Ребята, всем привет! Я сегодня посетила Роскомнадзор у нас в городе, который находится, узнавала о обработке персональных данных, о том, какие мы должны сведения были подать до 1 сентября, потому что я до 1 сентября ничего не подала. Ну, не пугайтесь, если вы тоже так, как и я, не успели это сделать. Мне дали бланк. Он находится, ну, его можно распечатать на сайте. Ну, вот здесь, наверное, у вас в зеркальном отображении. Я внизу дам ссылки на него. Для камчатский сайт есть и общероссийский. И есть там также размещен приказ, в котором написано, как лучше заполнить эту форму, то есть методические рекомендации. Вот, если какие-то будут вопросы, пишите. Вот, ну, то есть я заполню и привезу в понедельник. Ну, так мы договорились со специалистом. Если какие-то у меня будут вопросы, она мне также поможет дозаполнить. Ну, и она мне сразу сказала, что может быть вопрос в части того, на основании чего мы обрабатываем персональные данные. Ну вот в части посуточной аренды мы обрабатываем их, потому что мы заключаем договора с физическими лицами. Ну и на основании того, что именно договорные у нас отношения, и на основании того, что у нас гражданско-правовые отношения, то есть на основании гражданского кодекса. То есть вот эти два основания мы там можем указать.